Ну, эмоции просто шикарные, я не знаю, как это описать. Ну, по сути, я пришел к своей мечте, которую ставил вот, ну, примерно год назад, когда еще играл за родную академию на первенстве области. Ну, и я пришел к этой мечте, и теперь я повысил для себя планку. То есть сейчас у меня уже другие цели, задачи и мечты. Тренировки и тяжелые, и интересные одновременно. То есть действительно работать просто одно удовольствие. То есть я понимаю, что устаю, но я понимаю, для чего это делается. То есть чтобы мы стали лучше, сильнее. То есть это для нас же все. Еще мне удалось сыграть 15 минут товарищеского матча со Спартаком Субботица. Эмоции просто непередаваемые от этого. Пусть 15 минут, для меня это просто невероятно. Я рад, что на данный момент провожу сборы с основной командой. 2 месяца назад я наблюдал за их игрой с трибуны и наслаждался их игрой и атмосферой, которая царит на стадионе. А сейчас я вместе с ними в таких условиях тренируюсь на идеальных, как я считаю, полях. Для меня очень важно проводить сборы с основной командой, потому что я вижу, как тренируются настоящие профессионалы, как они уделяют время подготовке перед тренировкой. Разминка, заминка, сон очень важные во время сборов, потому что нагрузки колоссальные. Несмотря на то, что клуб борется за выживание, они уделяют время молодым игрокам и стараются уделить им как можно больше внимания. Еще весной начали подпускать к основной команде. Летом позвали уже на сборы. Тренируюсь до сих пор, кайфую от тренировок, другие скорости. С такими партнерами и скоростями чувствуешь себя намного уверенней, сильнее, растешь, и молодежка это видит, за каждым следят, и они видят мой дебют осенью на Кубке с крыльями в Оренбурге, и я думаю, у них глаза горят тоже, они поздравляют, также хотят попасть выше, расти. Сначала, когда пришел в молодежку и пришел на профсоюз стадион, на игру «Факела», когда они еще были ФНЛ, для меня это были какие-то новые эмоции. Столько болельщиков, которые также дают много мотивации. Когда смотрел, очень хотелось туда попасть. А когда уже тебя начали немного звать весной, еще и сборы, тогда уже не хотелось терять шанс. И хочется только идти дальше и дальше.